Здравствуйте, мои хорошие. Приехали в бухту, сейчас покажу вам, где мы все покупаем, у каких продавцов. Бухта находится на Дмитровском шоссе. Как всегда, с тележечкой. Первый ряд здесь мясной. Рыбку можно купить. Ну, здесь гораздо дешевле, чем в магазине. Вот скумбрия сколько стоит. А цены что-то нет. Ну. Рыбка. Рыба. А сельдь в какую цену у вас? Сельдь? 250, Серёжка, здесь стоит. Спасибо. Такие цены здесь на курицу, смотрите. Бедро куриное 200 рублей. Филе бедра 300. 300. Грудки индейки 330. Бедро индейки, сейчас возьму бедро индейки на колбасу. Вот говядину мы берем здесь. Почем говядина? А говядина в какую цену? Ой, какие краешки хорошие. 420, 430, 500. А краешки почем? 420. Баранина здесь, ребрышки. Здесь хорошая говядина, я постоянно только здесь беру, на этой тучке. Здесь видите колбасы, можно купить сыры. Я сейчас вам покажу, где мы берем сыр. В одном месте. Там хорошая цена, хорошее качество. Здесь можно купить и овощи, и фрукты. Ну, как я уже сказала, здесь дороже. Видите, мандарины 150 рублей. А на базе, я вам показала, они стоят 65. Здесь очень дорого. Овощи и фрукты очень дорого. Пойдем на второй этаж. На втором этаже можно купить кофе, чай, сладости. Здесь колбасная. В этом ряду кофе, чай. Кофе нашего нет. Остался только черный. Кофе нет, видишь? Вот здесь листовой чай можно купить. Зеленый. Чабрец, каркаде. Ага. 100 рублей стоит. Здесь, знаете, продукты на любой вкус. Чай и ромашка 160 рублей стоит. Одуванчик, роза. Смотрите, какие цены на кофе. Ну, гораздо же дешевле, чем в магазине, правда? Ивановский текстиль. Ну, недорогие такие костюмчики. Видите цены. Что ты хочешь посмотреть?
клеенки. Не знаю, сколько стоит. Я хочу взять салфетки. Если посуду можно, видите, выбрать на любой вкус. Все дешевле. Здесь я фартук покупала где-то. Вот сколько такие тряпочки стоят. А сколько такие тряпочки стоят? Сколько стоит? 250. Не замерзайка, по-моему, рублей 80 здесь стоит. Ну, я обычно, знаете, все в конце покупаю, потому что в конце там подешевле цены, нежели в начале. Вот перчатки. Любые. Перчатками я не пользуюсь, поэтому они мне и не нужны. Уголь можно купить. Все для хозяйства. И порошок. Так, здесь я брала. А, вот здесь давайте спросим. Сколько эти тряпочки стоят? А сколько стоит? 280. Здесь еще дороже. Даже маски продаются. Вот, смотрите. Швабры, что хотите. Любой вкус. Все, купили тряпки для хозяйства, пакеты. Здесь, кстати, можно перекусить. Хлебный двор. Если проголодаетесь, можно перекусить. Так, ну сейчас идем за сыром. Я сейчас покажу, где же мы покупаем сыр. Хлеб. Давайте цены посмотрим на хлеб. Вот весь хлеб 40 рублей. Лепешки. Смотрите, сколько сладостей разных. Эти все сладости готовятся на маргарине. Мы такое не едим. А вообще выбор очень большой. Смотрите, эклеры, песочники, рогалики. Чего только нет. Сыры мы покупаем вот здесь. Молочные продукты. Номер 3D. 17, по-моему. Сейчас возьму моцареллу белорусскую. Монблан. Вот этот вкусный сыр. Какой еще? Не вижу джугаса что-то. Здесь большой выбор. И масло сливочное есть. 500 рублей. Пармезан. Здравствуйте. А джугаса нет сыра, да, у вас? А, есть, вот, вижу, да. Вот, в разрезе есть джугас и монблан. И вот этот сыр, который мы брали, нам понравился, вкусненький. Молодцы, купили холодильник. А сколько он стоит? 600. А Монблан сколько стоит? Монблан? Да, я вижу, он в разрезе 700 рублей. 700. А джугас? Джугас 800. 800. Джугас 800, Монблан 700. Давайте за 600. Нам понравился этот сыр, вкусненький, который вы в прошлый раз порекомендовали. Действительно вкусный. Видите, какой ассортимент здесь. И цены хорошие. И всегда обслуживание замечательное.
можно. Сейчас покажу, где же мы берем наш любимый шоколад. И вообще тоже хорошие цены. Смотрите, вот здесь. И обслуживание очень хорошее. Шоколад, конфеты. Здесь чего только нет. Посмотрите, какие есть коробочки. К 23 февраля вообще красота. Я думаю, что не сильно дорого-то и стоит. Вот это сколько стоит? Это же шоколад, да? Ага, 450, а вот это? 200. 200 рублей, видите? Оригинальные подарочки такие. На мужской праздник. Здравствуйте. Вот, смотрите, здесь мы берем шоколад свой любимый. 56% стоит 45 рублей. Ну, здесь разные есть шоколад. Есть и бабаевский. 60 рублей. Здесь много сладостей разных. И конфеты. Сейчас вам покажу цены на конфеты. Вот смотрите, например, растение вальс стоит здесь 460 рублей. Яблоки 460. Какие вам еще конфеты показать? Вот два производителя. Аленка, Красный Октябрь, 488. Спасибо. Большой ассортимент. Маска вообще на 290 рублей, видите? Цены здесь очень хорошие. Тут лешечки 630. Смотрите, здесь и сушки, и палочки, и пряники, и вафли. В общем, все, что хотите. Но мы это ничего не берем. Мы берем здесь только шоколад. Сейчас возьму, наверное, штук 5 шоколадок. Даже 6. Вот. 6 штучек взяла. А еще здесь я беру всякие баночки. Горошек. А сколько стоит подсолнечное масло, Злата? 120. Шпинки. Ну, я уже купила. А Рогачевская? 80 рублей. 80 рублей, да? Давайте две штучки возьму. 80 рублей. Смотрите, цена на масло 270 рублей, Камилк. Упаковка 380 грамм. Ну, здесь еще есть и такое масло 370 рублей. Сливки. Цены на сливки. Тушенка, но это я тоже не беру. Хрен. А зеленый горошек в какую цену у вас? 85 рублей. Зеленый горошек. И это, да? 85 рублей. Ну вот такие цены здесь. Отгущенку, видите, уже подобрали. За 80 рублей, конечно. А сахар в какую цену? Сахар 55 рублей. Оливки, маслины, большие банки. Вот смотрите, здесь еще сладости есть. Вот трубочки 150 рублей, коробка. Ну здесь вся эта выпечка, она гораздо дешевле, чем в магазине. Но лучше самим печь, поверьте мне. Вся эта выпечка уж точно не на сливочном масле и не на растительном. Все, конечно, красиво выглядит, соблазнительно, но не сильно это все полезно. Здесь что удобно, есть банкомат и Сбербанк, можно денежку снять. Смотрите, большой ассортимент орехов. Фруктов
специи. Вот сюда тоже фотографии делают. Смотрите, а где-то сель стоит 270 рублей. Цены везде разные. Курешка 350, кальмар 280, мойва 320, ну, в общем. А, форель 350. 700. Смотрите, какой ассортимент здесь рыбы. Форель 700. Форель радужная 500, сиба 650, дорада 580, тефаль 300, карась 175. Ой, какой мелкий-то. А, ну он такой, наверное, должен быть. Карп 330. Сейчас я вам покажу, где мы постоянно берем рыбу. Это второй ряд от мяса. Очень хорошие цены, ну и хорошее обслуживание. Вот, смотрите, М28. Здесь есть и красный окунь. Меня спрашивают, где я красный окунь беру. Именно здесь. Вся рыбка здесь есть. И филе, и стейки, корешка, ледяная, сельдь, креветки. Очень хорошие цены на креветки здесь. Кирешки. Ну, в общем, большой ассортимент здесь рыбы. И цены очень хорошие. Прям вот рекомендую. Приходите. Здесь и яйца можно купить. Здравствуйте, 220-270 рублей. 270-260. Колбасы. Я вам сейчас покажу. Цены не знаю, но я думаю, что гораздо дешевле, чем в магазине. Каких здесь только нет колбас. Таких палаток очень много. Давайте сюда зайду, покажу. Видите, какой здесь ассортимент. И сало на любой вкус. Колбасы. Ой, что только нет. Давайте покажу, где специи еще беру. Я вот здесь вот в этой палатке. Здесь есть специи. Есть разные. Для рыбы, для мяса, универсальная, черный молотый перец, укроп, петрушка, ну, в общем, какую хотите. Паприка копченая, карри, имбирь. Имбирь 40 рублей. Угу. Цены, видите, такие. 40 рублей, 100 грамм. Гораздо дешевле, чем в магазине. И все свежее. Ну, помимо специй, еще есть разные вещи. Да. Финики. Крупы. Чернослив. Курака 450-480. Давайте еще вам рыбку покажу. Смотрите цены. Семга 950, кусок 1100, форель 700, такая форель радужная 480, дорада 580. Ну, здесь везде цены разные, поэтому ищите красивые. Истратили кучу денег, купили чуть-чуть продуктов, мясо, рыбу, шоколад, сыр. Едем домой. Будьте здоровы, мои хорошие, и до встречи.